15 сильнейших палуанов боролись за звание лучшего на областном турнире по казак-куресы. Он проходил в городе Сергеевке района Шалакына. На первенство приехали спортсмены из Североказахстанской и Акмолинской областей. В их рядах мастера спорта, призеры республиканских чемпионатов и участники международных первенств. За зрелищными схватками именитых палуанов наблюдала съемочная группа МТРК. Турнир по казак-куресе проводят в стенах нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Его открыли летом текущего года и дали имя Кулике Батыра. В честь его 130-летия, а еще юбилея независимости, провели первенство области. На ковре борцы тяжелого веса – Тие Палуаны. На турнир съехали спортсмены из 7 районов нашего региона, и еще 2 участника представляют Акмолинскую область. Сильнейшие приехали, есть мастера спорта, есть призеры республики. Соседние области, Акмолинские пришли сильнейшие борцы, которые в этом году участвовали в Казахстан Барса. И неплохой там результат показывали. Я думаю, среди Акмолинских будет жаркая схватка. Среди наших есть призеры республики и участники республиканского турнира. Казахстан Барса. В числе именитых палуанов Алтынбек Аусагитов. Он участник республиканских и международных чемпионатов. Казак-куресе занимается 9 лет. Его соперник из Жамбылского района менее опытный, но тоже имеет в своей копилке медали республиканских турниров. Схватка была напряженной и богатой на зрелищные приемы. В итоге победил опыт в лице Алтынбека Аусагитова. Первая схватка всегда дается сложно. Нужно было продышаться 5 минут. И взял пару оценок и продержались до конца. Нелегко, пришлось постараться. Все соперники достойные, все опытные. Опытные и именитые. Алибек Госманов, к примеру, в этом году занял 3-е место на областном турнире «Кызылжар Барасы». Сейчас шалакынец выступает против своего земляка. Приемы и тактики друг друга палуаны знают, но от этого наблюдать за схваткой интереснее. Соперники здесь собрались достойные. Каждая схватка по-своему сложная. Сейчас, во время борьбы, я выбрал выжидательную тактику. Искал момент, когда смогу уложить соперника на лопатки. За 15 секунд до конца схватки мне это удалось. Присудили досрочную победу. Я изучал соперников. Такая тактика, конечно, не с каждым сработает, но я подготовился и верю в победу. Вера напрасной не была. Алибек Гусманов по итогу турнира занял 1-е место и получил 300 тысяч тенге. Серебро у Асета Жунусова из Кукшетау, 3-е место у алихановца Алтынбека Аусагитова. Айгерим Укашева, Казбек Рыкбаев, новости МТРК.